Что-что? Я сказала, страшно стоять, потому что там машин много. Я говорю, там много машин. Друзья, что? Всем зомбийский привет. Видите, как здесь прекрасно. Ветерок такой, да, классный вообще. Это не просто машина, это сумасшедший автобус. Они тоже хотят остановиться, по-моему, мы им мешаем, нет? Вон, выпрыгивает уже на ходу. Всё, нет, это не надо, вот я не могу. А? No, it's okay. Whenever. Он тебе говорил, поехали с нами. Да, у нас здесь так левостороннее движение. Ничего страшного. Просто я забыла. Это мозг, знаешь, что я вроде понимаю это, а мозг... Ну ты просто надо это осознавать, потому что так можно немножко наехать на кого-нибудь. Случайно на людей. Да, первый раз все на машины. Ничего страшного. Такой африканский хаос обычно. Среднестатистический африканский хаос. Скажи что-нибудь. Не знаю, как тебе? Красиво. Левостороннее движение. Левостороннее. Мне особо привлекательно. После белок много деревьев осталось, черные вырубают все. Рассветы и закаты особые здесь. Приехали в Ливингстоун, я очень плохо выгляжу, поэтому я даже не хочу себя показывать, я даже не мылась в нашем лодже, потому что лодж был просто отвратительный, но там нет других лоджев на озере Кариб. Лучше всего озеро выглядит со стороны Зимбабве, а не со стороны Замбии. Потому что после этого мы поехали в Ливингстоун, собственно, где он сейчас есть. Для того, чтобы мой день рождения привезти на водопаде Виктории, в том чуде света. И сейчас зашли в чисто родезийское, это так называлось наше Зимбабве, вот, для тех, кто не знает, чисто родезийское кафе, перекусить, вот, и дальше поедем заселяться в наш отель. Вот, собственно, и все. Я плохо выгляжу. Мы что-то поссорились и почти не разговаривали всю дорогу, точнее мы не ссорились, мы просто почти не разговаривали, вот, но как бы вроде помирились, но не знаю, посмотрим, вот, с моими привычками ко всему пути.
придираться. Посмотрим. Так все хорошо. В целом все супер. Приехали в Ливингстон, тут совсем другой климат. На Карибе было прямо холодно. Было 18 градусов. Здесь 35 где-то сейчас. After on the bound to the right. No, from Zambia, but from Zimbabwe. Конечно. Прямо здесь живут? Ну, конечно. На территории? Ты прикалываешься, вот он стоит. Ты прикалываешься. Вот он. Боже мой, это же они же... Я вижу, они же огромные, они просто нереально огромные. Я-то что-то таких больших жирафов не помню, я не помню долго. Он гигант. Слушай, ну поехали, а то я боюсь его. Он нас не увидит. Зачем ты это делаешь? Он нас не увидит и все. Сейчас он заберет телефон у тебя и съест его. Он огромный просто, он ну, гигантский. У него нога, наверное, как дом 12-летний. Хочешь, сфоткаемся? Рядом с машиной? Не-н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 е. Лучше видео. Прикольный наш отельчик. Это выход на реку, да? Сразу. Красиво здесь. Сервис. Just something about the COVID. Yeah, thank you. COVID. Все, температурку нам померили нормально. Напиточки нам дали. So beautiful place, we like it so is much. Is it your first time to be here? Yeah. It's my first time. What is what's animal live here? I see zebra here, yeah. Giraffe I saw, yeah. Monkey and monkey impala. Monkey very naughty. Really? You like animals? So much. Is it? Yeah. You can also. You are here up to when? 3 days, yeah. We want today. You can also, what activities are you doing? We want, of course, see Victoria Falls and nothing. I have my birthday tomorrow. Yes, I know. Okay. So if you want to see the animals, if you really want to see the cats, so you can see the lion, cheetah and elephant back ride. You can do that if you want. Друзья, проведу вам экскурсию по своему номеру. Отель называется Royal Livingstone. Это что-то с чем-то. Тут, правда, будет уже мной все разбросано. Я уже съела комплименты, которые нам сюда положили. Заходим, видим вот такой вот холл. Вот такой вот холл красивый. Очень красивые висят картины. Раковина, ручки помыть. Дальше вот такая большая гостиная. Очень вкусно пахнет. Мне безумно нравится стиль. Это чисто как я люблю. То есть вот вообще это мое полотенце уже. Я здесь голову помыла. Софа очень красивого цвета. Мне безумно нравится. И первая терраса. Река, напомню, называется Замбези. Рабочий стол, пожалуйста, можно поработать. Если бы вы видели, в каком мы спали лоджи, что я в жизни иногда переживаю, потому что там других лоджий нету, приходится спать просто в жести. Но вот такой замечательный подарок у меня на день рождения, возможность отдохнуть вот в этом прекрасном номере. Это первая терраса, вот, и, соответственно, заходим, правда, можно так перейти на вторую террасу, мы с вами зайдем обратно в номер. Тут живут все крокодилы, бегемоты. Я потом вам сниму, покажу. Здесь электрический забор и такие зубчики из камешков для того, чтобы крокодилы не поднимались. Вот, слышно, как гиппопотамы фыркают и кричат. Может быть, удастся вам заснять. И, конечно, спальня! Моя любимая спальня. И выход на вторую террасу. Спальня. Софа, мягкая, конечно же, кроватка, ванная. Очень люблю такого стиля ванную, это прямо моё-моё. Вот,
Буду завтра принимать. У меня завтра день рождения, я напоминаю. Буду завтра принимать ванну. Мне даже пофиг, что на ней лежат мои вещи. Вот. Душ, туалет выглядит таким вот замечательнейшим образом, с зеркалом. Двери надо всегда закрывать в туалет. Гардеробная, конечно, навалены мои вещи, естественно. Вот, так что такой вот день рождения у меня в этом году. Зеброчка. Буду, не знаю, что буду делать, но что-нибудь буду. Здесь много чем заняться можно. И находится это все на Виктории Фоллс, на водопаде. Мы собрались на ужин. Такой вот у меня сегодня лук. Джинсы, обувь мужчина, у нас джинсы. Рубашка, сами знаете откуда. И топ, который на заказ. Я делала вот это, я не успела ничего сделать с волоса, поэтому хвостик, сережки и сумочка моя любимая. А это же очуменная чума, как красиво. Обалдеть. Такой прямо красный-красный цвет, да? И тут все крокодильчики, бегемотики, лугу. Да, кабаны. Кабаны? Да. Такие пумки. Бородавочник. Пумки, да, маленькие? Да. Их тут очень много, я могу сказать. Ну тут все животные, я поняла. Друзья, вот так выглядит индийский греческий салат. Наш еще одни тут. Мы по индийской кухне почему-то пошли. Индийский греческий салат. Да, индийский греческий салат. Все, кушаем. Хинду-грик салат, да? Вода с лаймом. Друзья, вот все расцвело. Сегодня у меня день рождения, если кто не знает. Я в глиняной маске. Мне кто-то в инстаграме спрашивает, это обычное самое, что ни на есть, простая глиняная какая-то розовая маска. В Беларуси на пересадке покупала. Вот так вот все уже расцвело. Чуть-чуть совсем осталось. Мы пойдем сегодня на Викторию Фоллс. Что мы еще будем делать? Не важно, что делать. Я рада, что мой день рождения в таком месте. Это потрясающе, даже в окно видно, отражается. Интересно. Ну, они быстро уходят купаться. Купаться. Да? Вот. Джош, лодки, мой лодки. Я везде котов найду. Сейчас антилопа тоже так же будет интересно. Она в этой стульчике ходит, я не видно. Это прикол, конечно. Ну это, конечно, прикол. Ну так как к зебрам посели, так они сразу ласковые. Совсем близко, конечно. Привет. Привет. Привет, я машу тебе ручкой, ты видишь меня? А тебе не страшно с ними вместе жить, скажи, пожалуйста? Тебе не страшно? Тебе тут антилопки не пытаются? Ты за меня спрятался? Как удобно, как классно. Пахнет опять. А где оно? Я его не чувствую. Вон там, да, много их тут. Так здесь уютно.
На фото будет слышно, как у тебя хрустит бедро. Да? На видео ты видишь? На видео, да. Ну, нормально. Чего? Что ты мне просто сказал? Зато здесь слышно, как стрекочет все стрекозы с опять так вкусно. А как оно называется? Друзья, я помыла голову и выдвигаюсь прямо вот с окна из нашего номера на массаж. Это так круто, вы себе просто не представляете. Я каждому из вас желаю хоть раз в жизни оказаться в Ливингстоуне, потому что когда ты один и имеешь доступ ко всем крокодильщикам, тут все живут на территории, не только на территории, это их родной дом, и это Замбези Рива, ну, нет вообще вопросов. Я хожу только в тапках, в халате. Я, собственно, живу в режиме отдыха, и так в Африке живу в режиме отдыха. Сейчас я просто отдыхаю. Это какое-то вообще волшебство. И мне сегодня 26 лет. Слава богу, что я... В предыдущий день рождения я была в Турции, в Риксосе Белеке. Мне было хорошо, но не так. Это даже ни с чем не сравнить. Ни с чем. Вот мои массажные места. Сейчас вот, вот наш дом. Hello. How are you? Fine, you thank you. Yeah, okay, I'm good. Okay, you can just come straight to the... Yeah. Вот что у нас на завтрак здесь. Можно выбрать. Я выбрала гуава джус, йогурт и роял панкейк. Фруктов у них сейчас нету. This for me. Все чашки с панкейками. По булкам, да, круассаны съели, йогурт съели. Я зашла в туалет на ресепшн, не могу вам эту красоту не показать. Это туалет на ресепшене. Это просто туалет на ресепшене. Я-то думала, я зайду сейчас в какой-то... А это вот так вот выглядит. Я просто по сравнению с этим туалетом, как говорила моя одноклассница Маринка, майонезный шлепок. Посмотрите на этот потрясающий туалет. Это просто туалет. Он двухкомнатный, что ли, у них, или что? Чисто в африканском стиле. Мы едем на Виктория Фоллс, поэтому я в таком хлопковом наряде, я тоже хлопковый. Лен, я обожаю льняные платья, льняные брюки. Вот такие туалеты, друзья. Не могла вам их не показать. Сори. А мы едем на Викторию. Маленькая, прости нас. Мы такие сильные. Ого! Сейчас. Ты сняла, как она ступила? Да, сняла. Это прикол. Да. Фанни и Дибра, Он предупредил за нас, что мы так умели. Пойдем посмотрим памятник и двинемся в сторону. Это у них памятник Первой мировой войне, да?
Great Wall, War. Куда это вытекает все? А мы туда потом спустимся, вот там. И тоже никого нет, смотри-ка. Я когда был, здесь толпа народа была, да, сейчас никого нет. Какая там радуга. Давай, пойдем туда. Ну-ка, покажись, повернись. Страшно? Да. Some people, they normally stand here. Some. No, it's not for us. No, it's not. Какой-то там джакузи. Что, он с ума сошел? Да он... Посмотри, он пошел туда. Говорит. Называется прогулка по Волге барышня-крестьянка. Барышня-крестьянка прогуливается по Волге. А там водичка уже падает вниз. Эта часть будет называться «Ксения на Марсе» или «Ксения на Луне».
А? Немножко. Ну ты ощущаешь то, что ты родилась только что 10 минут назад? А? Кто не знал, как выглядят какашки слонов, мы покажем. Очень даже красиво и аккуратно. Ну что, теперь Ксения выходит на человеческую тропу. Да. Человеческими тропами пойдем, как ходят ординарные туристы, нормальные люди. Красиво, покрасивее будет, чем там. Ну, конечно. Вот мы там шли. Ну что скажешь? Круто, круто. Как впечатление? Ты иди, он может обвалиться, а я тебя здесь подожду. Конечная наша точка. Вот как это все красиво утекает. Дом англичан. Да, дом англичан. Ну, видео никогда не передаст, конечно, потому что. Ну там у меня подтоки такие вообще сильные. Да, это вообще все никогда не передаст. Даже как Орел и Решка смотришь, думаешь, ну это все. Да. Глупостями люди занимаются. Приехали домой, и вот здесь у нас. Thank you so much. Thank you very much. Друзья, я безумно устала. Мы сейчас лежали на нашей кроватке, и я пришла в ванну делать свой макияж. Мы никак не будем отмечать. В принципе, приезд в отель — это и есть отмечание. Вот, поэтому я сейчас буду краситься, одеваться. Вот.
вот такое вот платье. Точнее, не платье, что я говорю. Это топ, как вчера был, и юбка. В общем, мы пришли просто в ресторан нашего отеля, никого нету. Это очень хорошо, любоваться на закат и кушать. Покажу людям, как здесь красиво. Места. Ливингстоун. А, это он, да? Да, вон он тоже над камином. Разные старые фотографии, прикольные. Хиппо. Хиппо есть. Yeah. We saw it in the morning early. Okay. And the elephants, you saw that? Yeah. Where hippo coming? Maybe. Yeah, it's about a poor, about eight, up 10 plus. 10 plus? Yes. In this area, yeah? River, yes. Where he coming from water? The hippo? Oh, yeah. They come out in the evening when it's caught. It's like 8 o'clock or? 7. 7? 7, 8. And also in the morning at 5 o'clock. Okay. Yes. Семья 10, представь, чувачку. Ну, я же говорил, да, они и звучат, как будто бы там их очень много, да. So, where is that from? Russia? Yeah, Russia. Moscow. Yeah. We look like we're Russian. Мы не Russian coming? Yeah, like January, December. Really, really? Yes. It's popular for Russian. Yeah. Спасибо. Спасибо. Вот так. Может, каким-то блюдо, что же нам такое принесли? А, ну это твой любимый панир, ты без него не можешь. Все понятно. И мне что-то очень вкусное, потому что пахнет, честно говоря, просто и цветочки там очень какие-то вкусные. Мы просто никуда не поехали, остались дома. После ужина я не досушила, естественно, волосы, когда делала куль, чтобы не тратить на это время. Поэтому прическа сейчас извинила. Yeah, you can let the bill, we can pay on reception, yeah, maybe on... Or maybe just sign? Yeah. Yeah, yeah, by myself. Oh, thank you. Thank you, good night. Good thank night. You. Да что же ты будешь делать? Сколько всего классного здесь. Что-то мы им не понравились с тобой. Как бы вот так это выглядит, если не увеличивать. Вот если не увеличивать, как бы вот кровать. И вот как бы... Вот как-то вот так это странно происходит вообще. То есть какие-то вопросы у вас к нам или что? Мы вас как-то напрягаем. Мне кажется, что у вас какие-то... Это с ребенком, смотри. Мы вашего ребеночка не трогали, я не знаю, в чем дело. Смотри, смотри. Смотри, что делает. Молоко мамино пьет. Еще раз, как бы, вот кровать, да, вот мы здесь спим. Тут происходит что-то неведомое, как бы. Ходила за бегемотов, чтобы они сюда наступили. Вот семейка сидит. Лежит зебряная шкура. Вот так вот красиво. Тут все оформлено. Послушай, прикольно пахнет. Ой, как вкусно пахнет. 350 квачи. Ну, надо будет потом взять на копейки. Конечно. Can I make? It's for room. А, it's for room? Yes.
But smells so good, yeah, like it's perfect. Smells nice, right? Very nice, yeah. Some they put on the body. Короче, мы в итоге в магазине сувениров купили мне шляпу перед уездом, вот такую вот, я как раз хотела себе шляпу. Хотела ее купить еще в Замбии, но забыли про нее. Вот, и купили эти какой-нибудь классный. Купили два аромата для дома. Я не знаю, что туда входит в состав, но это какой-то вообще тут не написано. Что это за запах? Теперь это будут мои духи. Это как бы спрей для дома. Room spray, но я буду использовать на себя, потому что это космос. Один женский, второй мужской, но они оба не секс, я считаю, конечно. Forest Rain. Просто шаризма. Если вдруг найдете где-то этот бренд, срочно сообщайте. Это космос. Пакетики прикольно. Итак, это ночь. Мы идем туда заселяться, так как у нас есть целых один день перед отъездом в Зимбабве. Потому что нам надо было сделать коронатест. И так получилось по документам, впрочем. Лодж очень милый. Сейчас будем его смотреть с вами.